Так, во всех сортах абрикоса почитала, от каких вы продалекоськи и выращивающие родственники. Все они выглядели селекционерами для Сибири, врал, а слово для Сибири, значит, это селекционеры ученые. Почему? Можно вырастить для только на ГСУ, государственных селекционных станциях. Дальше поехали. А ваш брат вывел хоть один сорт абрикос, включенный в госреестр? Я уже говорил, госреестр за деньги – это не госреестр. Ну, не напрашивайте грязные слова, мне их вот сколько. Ну, уже не буду. Вот, насчет чужие выращивать. Я же после этого вспомнил, ведь я чуть ли не клялся, это, вот так чуть ли не сделал, что ничего я чужого это. Манитопа 604 от Сычева. От Сычева с Россоши. Манитоба. Один все-таки, ну, середнячок по моим меркам. Это канадский сорт. Ну, купился я на слово Канада. Думаю, что там во будет. Ну, знаете, это Канада для нас теперь, это Канада для нас, ребята. Это такая глухая садовая провинция. Все. Сибирь на первом месте. Вот. Ну и получилось так, что я сейчас вынужден вам сказать об этом. Видели фотографию Елены Александровны Савинич? Она была не зря. Это была... Я долго колебался, что мне делать, рассказывать, не рассказывать. Тогда я решил так, я использую то же самое. Вот, вот они, опытные эти самые ученые станции. Вот они, видите? Это все центр Сибири. Дальний Восток не беру, Урал не беру. Вот. И вот получилось так. Естественно, ничего у них не брал. Так, поневоле, а тут звонок был от Елены Александровны Савинич, она говорит, что Абаканский институт... Нет, нет. Сейчас. Все, поехали дальше. Пусть живут. Валерий Константинович, здравствуйте. Людмила из Калининграда. Посылаю вам три видео отчета. Это мы проходили. Это новый рекорд среди садоводов-любителей. Пожалуйста, любой из вас. Макаров, у вас наверняка уже такие есть. Почему молчите, а? Козел, почему молчите? Год за годом идет. Вы уже давно подошли до этого предела. Я готов стать, я сейчас второй, а буду десятый, двадцатый. Любой, кто вырастет крупнее моих, я еще это самое раскручивать буду, раскручивать, раскручивать. Вот. Проходили. Но увидеть такое творение из рук ученицы, представляете? И ведь не все, один выделился, как она пишет, один выделился. А попробуйте предсказать. А я что, обещал что-нибудь? Я лапшу вешал. И теперь вы повторно видите эту фотографию. Почему? Потому что так уж бывает. Значит, долго колебался, надо ли называть адреса, явки, фамилии. А потом решил, пусть живут. Это те, кто успел присвоить уже... А я знаете, что сделал? Сейчас. Где-то в другом месте это написано. Нет, ладно, дойдем. Что я придумал, что это самое. Вот это супер абрикосы, это супер абрикосы. Нет, ну, никто не смотреть подробнее, как-то мимо. Вот. Филиппьев, Боднар, Филиппьев, пианист. Вот. Это еще раз говорю, что НПО брало у Железова, Ваулин брал у Железова, Барнаул брал у Железова. Так, я говорю только про этих, про ученых. В НПО 8 кандидатов наук работает. А я у них ничего. Я очистился, надеюсь. 2 сотен примеров. Ну, это мы проходили. Ну, человек просто, ей кажется, что она делает доброе дело. Она и учит, научила. Все черви уничтожены. Ни одно листика не вижу. Ай, проходили. Это вообще, ну, фантазия. Ну, ты, пожалуйста, возьми ты деревянный столб. Просто деревянный столб. И украшай его как хочешь.
Можешь разрисовать. Ой, какие прекрасные вещи делает. Так. Виктор Казаков. Да, ничего не напутал? Моя память. Виктор, умоляю, пришли сюда свои поделки. Я похвастаюсь. Я всегда хвастаюсь с друзьями. Какие они у меня гениальные. Самый, так сказать, низкий уровень – это талантливые. А самый высокий – гениальный. Вот между ними. Талант, гений. Все такие. А другие со мной не общаются. Ну, Вазинского мы тоже сделаем своим. Куда он денется. Вот. И потом, значит, это мы проходили. Назвали сибиряком. Покупаете, значит, а откуда у них в Сибири могут быть персики? Пока ни одного сада не обнаружил. Это тоже проходили. Это все мое. Фотография в Красноярске. Молдаване продавали. Огромную партию продали. Ни одного пока живого не нашлось. Вот. То же самое. Сейчас будем заканчивать. Биология, вот они предатели, которые университетский курс, университетский, перенесли в 11 класс. И теперь дети становятся идиотами, а по-другому уже никак не скажешь. То есть я бы стал идиотом, потому что у меня плохая память. Представляете? Вот. Про ЕГЭ уже надоело говорить. Его совершенствуют. Вот. Это мы проходили. Это мы издевались, Елена Александровна Савельевич. Во время добухания семена увеличивается за счет недостатка воды. И вот эти какого-то... А нельзя слово применять это? Я же обещал. Елица не обещал. Представляете, как мне давление скачет, когда я не могу тому, кто вот это вот, семена увеличиваются за счет недостатка воды. Представляете, Елена Александровна, каково в нем это? Промолчать, значит, еще давление. Так, физиология людей. Жировой пояс у девочек и женщин, страховка от переохлаждения и травм. А то, чем мы любуемся, извините за выражение этим самым, это как раз и есть то самое. Здоровый инстинкт. Вот это я посоветовал. Ой, ужас, ужас. Ну, мы сейчас подходим дальше. Вот то, что муравьи умнее нас во многих отношениях, единственный их недостаток, что они уступают нам в размерах. Здесь это предупреждение. Ради Бога, если вы хотите залить асфальтом, пожалуйста, подумайте 1000 раз, когда в школах это пройдут. Уже сколько людей будет знать, что вот это вот нельзя, нельзя, нельзя. Есть возможность не делать, не делать. Вот, искусственная форма хватает на 1 год, потом снова калечит, потом смерти у нас садов нет. Вот, обрезка. Ай, спиралевси потом калечи проходили. О том, что нельзя садить без, надо балансировать корни с кроной, проходили. Вот мой пример личный. Вот, селекционное клонирование. Все почки одинаково? Одинаково, утверждает московский ученый. Вот. А я раз вот эту фотографию. Где же они одинаковые? Одни замерзли, другие нет. В чем преимущество этих или тех? Вот. Ладно, уже даже вот это не буду. Все пройду. Символ эпохи, книги на свалке, понятно. Городская среда. Вот. Выступил по телевидению. Все равно вырубили. Вот. Миллион этих людей, тупейшая, вот, Ирина Александровна, извини за слово тупое, это же не матерное слово, тупейшая работа. Так он еще и деревья освобождает от этого, от еды. Ну, это же еда, самое главное еда. Но почему нельзя в школе детям вместо того, помните там это, вот вместо вот этого. Где она там делась? Не поленюсь, еще раз покажу. Вот. Вот вместо этого можно написать, что листья – это не мусор. Листья – это, неважно, на дереве находится, под деревом лежит. Это все принадлежит дереву. Не подходи и не делай дурную ненужную работу. Видите, я не выдержал, а я же говорил об этом, еще раз сказал. А вдруг хоть среди нас хотя бы 5 новичков? Нас мало. Вот.
Ну, когда люди будут смотреть на это как на дурь, тогда у нас все что-то изменится. Ведь мы платим ему. Отвлекусь. От Елены Савинич узнал, что где-то кое-кто у нас порой решил выпилить все вязы. Видите, как мягко говорю, без адресов. Оплатить за эту работу, за распилы будем мы. А сейчас мы платим за эту работу. Она нужна деревьям, вот это вот, дикоросам, нужна вот побелка. Вот когда мы увидим не искусственную красоту, ах, как красиво, побелены бордюры, покрашены или побелены, черт его знает. Вот, эти же деревья, которым она даром не нужна, эта побелка, они не просили. Блин, зайдите, найдите хоть одно побеленное дерево. Ни разу не видел, чтобы пример взять. А вся страна белит. А переведите это все копейки в рубли, в миллиарды. Просто никому в голову не приходит это сделать. Вот. А вот дерево ниже. Посмотрите. Помогла побелка? Нет, дерево было уничтожено вот этим самым асфальтом. Дерево оказалось в тюрьме. Половина дерева живет под землей, половина над землей. Это две половинки. Нижняя половинка была уничтожена. Она сгнила без кислорода и без еды. Вообще еды нет. Вот. Естественно, что рано или поздно должно было упасть. А потом, вот видите, на дальнем плане еще два дерева свалило. Это значит, что... Я же ничего не выдумываю. Смотрите, вон корни торчат. Это значит, что произошла катастрофа. Здесь был ураганный ветер. Вот. И не было ни одного случая на моей памяти, чтобы... Когда очередной раз центральное телевидение показывает очередной ураган, который пронесся над, обычно это их вспоминают, когда они над большими городами, над крупными, и обязательно раздавленный ребенок, раздавленная женщина, раздавлено 50 или 100 автомобилей. Вот это страшно. Вот. Я не говорю, что это дерево кого-то раздавило, но таких потенциалов, вон они стоят, видите? Они все упадут. Вы думаете, сейчас кто-то примет меры, вот это уберут, еще на это место другое посадят, еще и заасфальтируют. Вот. Но зато побелили.